made a decision. You see that this transparencies, this text is in English. But out of respect to Victor, who does not speak and understand English, the speakers will use Russian. But this text is adequate. It was a really hard decision to speak in Russian. Because I feel that it will be not comfortable for some person in this audience. But there is 2 points. The first, Professor Lanach taught already, and the second, my English is poor. So I will speak in Russian, but for sure, this transference will not the same that I will speak. For sure, main point is the same, but in Russian I can speak more fluent, more please. So. Okay. Jokes. So I will start in Russian. Должен сказать, что последние дни в Питере мне тяжело жилось, потому что стоило мне прийти в институт или в университет, как меня останавливали все встречные и все просили поздравить Виктора Абрамовича с днем рождения, пожелать ему доброго здоровья. И многие из них начинали мне подробно объяснять, какой хороший Виктор Абрамович. Так что мне пришлось поверить. И я боюсь, что я в транспонсах повторю кое-что, что говорил профессор Солоняк. Ну, тут разная аудитория. И я боюсь, что тут очень мало геометров. И, собственно, насколько я знаю, я здесь единственный геометр, который одновременно прямой ученик Виктора Абрамовича. Поэтому у меня было вынужденное положение. И все, что тут написано, видимо, все хорошо знают. Ну, все знают, что Виктор Абрамович выдающийся геометр. Все знают, что Виктор Абрамович занимался не только геометрией. И, может быть, даже не столько геометрией, сколько еще и многими другими вещами. Он писатель в 2 смыслах. Во-первых, он написал, по-моему, 8 или 9 математических книг. Я горд, что 2 из них в соавторстве со мной. И он написал действительно несколько художественных книг, причем высокохудожественных. Тут уже они, по-моему, упоминались. Это «Быт войны», довольно известная книга. Это 2 большие статьи, посвященные памяти Конторовича и Исида Павловича Дансона. Ну, собственно, наверное, эти вот с точки зрения художественных книг. Вот. Виктор Абрамович много занимался прикладными работами. И, конечно, одно из главных его прикладных направлений деятельности, может быть, в каком-то смысле более важное, чем геометрия. Это вот оптимальный раскрой материалов. С точки зрения благоденствия человечества, это, наверное, важнее. Никто не знает. Ну и многое другое. Вот я тут просто собрал названия некоторых статей Виктора Абрамовича, чтобы показать просто, это маленькая толика, потому что у него написано вообще-то больше 150 работ. Из них примерно больше 90, может быть даже больше 100 чисто научных.
И это маленькая толика, которая просто показывает разнообразие его интересов. Это не все, это только начало списка. Он старался. Ну вот видите, все что угодно. Тут самые разные вещи. Я, наверное, не буду прочитывать этот список. Он, и переводить. Это уж все прочтут. Вот я должен все-таки несколько слов сказать не только о геометрии, иначе все будет непонятно. Потому что и многие геометрические исследования Виктора Абрамовича тоже зацеплены за негеометрические. Виктор Абрамович, это, наверное, все уже тут знают, успел получить инженерное образование, поэтому он хорошо понимал инженеров, и лучше, чем они сами. Это обычная картина, вообще говоря, но у него был особый талант в этом отношении. Вот. Так, где-то, я могу с годами ошибиться, но где-то в 58-59 году был в Санкт-Петербурге в университете организован специальные курсы для инженеров. Виктора Абрамовича пригласили там читать курс анализа. В результате, после того, как он начал читать лекции, его аудитория стала расти. Примерно от 70 начальных человек выросла в два раза или больше. До 120. До 120, что тоже немало. Инженеры люди заняты, если они стали бегать на лекции. Видимо, им товарищи говорили, что стоит. А после лекции они оставались и начинали задавать Виктору Абрамовичу вопросы. И часто, так сказать, ему удавалось это помочь, и что-то превратилось в научные, так сказать, результаты. Вот. Много позже, может позже, нас, да, потом, значит, в институте Стеклова, в ПАМИ, приходили люди консультироваться. Когда дело касалось чем близкого к геометрии, их сразу отправляли к Виктору Абрамовичу. Мне посчастливилось, я сидел в той же комнате, что Виктор Абрамович, напротив него, комнатки были маленькие. Тогда еще в нашем институте все регулярно ходили на работу. Был один библиотечный день, а за год до того, как я поступил в институт Стеклова, это 62-й год, за год до этого еще сотрудники, приходя, вешали номерки. Ну, уже тогда не вешали. Поэтому я просто слушал его разговоры Виктора Абрамовича с инженерами другими, не только инженерами, конечно, людьми, которые хотели получить консультацию. Много позже, хорошо понимая вот эти запросы инженеров, он написал небольшую книжку по теории огибающей, где, так сказать, все расставлено по своим местам и объяснено, чем надо пользоваться, какие достаточные признаки, и что это означает с точки зрения теории особенностей. Хорошо. Я уже говорил, что Виктор и в математике занимался тоже очень разными вещами. Так сказать, вот обычно человек в геометрии бывает какое-то вот свое направление. Вот этот специалист по теории выпуклых поверхностей. А вот этот занимается гиперболической, в смысле громовой геометрии. Да Виктора Абрамовича так не было. Он занимался самыми разными вещами. И я уверен, что я в этом списке указал совсем не все, что Виктор Абрамович делал. И я, конечно, не уверен, что за спущенное время я могу даже в деталях, даже не в деталях, коснуться всех направлений деятельности Виктора Абрамовича. Я выделю то, что на мой вкус было важное. Но мой вкус – это не обязательно то, что истинно самое главное. Я должен сказать, что объяснить деятельность Виктора Абрамовича, по-моему, невозможно без описания
указание на его учителей и на ситуацию, в которой это происходило. Ну, все, наверное, тут знают, что Виктор Абрамович был учеником Александра Даниловича Александрова, прямым учеником, причем очень любящим своего учителя. Действительно. Александр Данилович был сложный человек, кто-то его любил, кто-то не любил, но вот Виктор Абрамович его любил, так сказать, безоговорочно. И он был после войны одним из первых, если не знаю, Погорелов, может быть, раньше, вот, одним из первых учеников Виктора Абрамовича. Александр Данилович. Александр Данилович. I'm sorry. Вот. Ну, и поэтому, конечно, первые работы Виктора Абрамовича были сделаны под влиянием идей Александра Даниловича. Вот. И второй момент, который я хотел бы остановиться, это обстановка в Петербурге в то время, когда Виктор Абрамович. Я, конечно, на семинар попал не с самого начала его работы. Наверное, до меня было еще интереснее. Я этого не знаю. Но вот я стал ходить на семинар еще студентом, примерно в 57-м году. Я могу на год ошибиться. Это был очень интересный семинар. Там надо два момента отметить. Во-первых, Александр Данилович, наверное, дальше мне уже не придется упоминать Александрова, а сейчас я уж скажу. Александр Данилович был в это время ректором. Тем не менее, он регулярно ходил на семинар, но, правда, иногда опаздывал. Минут на 20, ну что поделаешь. Приходил безумно усталый и задремывал. Дремал, 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 то открывал глаза, смотрел на доску и что-нибудь произносил. Это было до того всегда в точку, то самое, что вот было важно, что это было поразительно. Но это просто об Александре Даниловиче. А душой семинара был, конечно, Виктор Абрамович. Потому что, знаете, на семинаре бывают всякие докладчики. И кто-то говорит понятно, кто-то и совсем непонятно, и так далее. И Виктор Абрамович всегда хватало сил проследить, что именно имел в виду докладчик. И в тот момент, когда все абсолютно уже, как говорится, отрубались, переставали понимать, Виктор Абрамович буквально в нескольких словах объяснял суть дела. Это было всегда поразительно. Ну, и, конечно, выбор докладчиков тоже, в общем, в сильнейшей мере был под контролем Виктора Абрамовича. Так что семинар жил и цвел именно благодаря Виктору Абрамовичу. Теперь я перехожу к работам Виктора Абрамовича. Понимаете, в чем дело? Это трудно об этом рассказывать, о его работах, потому что научная деятельность Виктора Абрамовича началась еще до войны. Первая работа была опубликована в 1939 году. А первая геометрическая работа, ну, в общем, когда он, Виктор Абрамович где-то был после войны, чуть ли не встал. И математика с тех пор далеко ушла вперед. Многое изменилось. Вещи, которые тогда добывались трудом, как крупица золота, сейчас уже кажутся почти банальностью. Ну, подобно тому, что сейчас, скажем, у специалистов ПДИ не вызывает никаких эмоций, что нужно рассматривать априорные оценки и обобщенные решения. Кто же это не знает? Но тогда-то, когда-то этого не знали. Поэтому не надо забывать, что Виктор делал вещи, которые тогда были совсем новыми. Если взять книги по дифференциальной геометрии тех времен, это вот такие формулы, и не видно за ними никакой геометрии. Были люди, которые начинали это менять. Это надо упомянуть до военных вещей, как Конфосом, Хопф. Потом, конечно, Александр Данилович Александров.
И это Виктор Львович был, так сказать, сподвижником Александрова с самого начала, когда все это было ново. Так что надо смотреть на это исторически. И вот первые геометрические работы Виктора Абрамовича, именно геометрические, они были связаны с выпуклыми поверхностями. Вот, ну сейчас как-то, я не знаю уже, понимаете, ну какой там анализ, если вы рассматриваете общую выпуклую поверхность? Там нужно действовать прямо геометрически. А у Виктора Абрамовича всегда сильнейшее геометрическое, ну, геометрическое мышление у него фантастическое, но при этом он и считать-то умеет здорово. Я так, например, не могу ни за что. Вот. И вот я должен сказать, что первые работы его, вот тут вот у меня написано, это были, в общем, изучения свойств выпуклой поверхности. Это окружность на выпуклой поверхности, кривые с ограниченной вариацией поворота. Это, в общем, обобщение геометрическое того, что у кривой ограниченной сирегулярной интеграл от геодезической кривизны по длине. Оказывается, это описывалось совершенно геометрически. И такие кривые обладают замечательным свойством. Это хороший класс кривых. Вот Виктор Абрамович это один... Понимаете, ситуация была такая, что многие вещи Александр Данилович почти декларировал. В детали он не вникал. Я должен сказать, что некоторые из его работ того времени, вот я одну просто упомянул, 51-й год, а лет через 15 после этого я работал с Мазьёй совсем не в геометрической области, это была функция класса БВ. И у нас одна вещь абсолютно не получалась, мы сидели. Пока Виктор Абрамович не сказал, что вот есть же эта работа. А там все, что нам было нужно, было доказано. Вот. Следующее, так сказать, должен сказать, что хронологически это перекрывается с работами Виктора Абрамовича по рациональному раскрою планирования материала. И это будет рассказывать Иосиф Владимирович, Романовский он любезно согласился. Поэтому надо знать, что пока Виктор делал одно дело, он еще одновременно делал и другое дело. И вот одним из фундаментальных, давних, конечно, но фундаментальных вкладов Виктора Абрамовича, это создание вместе с Александром Данилычем Александровым теории так называемых многообразия ограниченной кривизны. Это сейчас... Тут я пару слов скажу. На эту тему написана книга. Текст книги полностью написан одним Виктором Абрамовичем. Но замысел принадлежал Александру Даниловичу. И, так сказать, какие-то были наброски. Мне кто-то сказал, коротонькие тетрадки, где Александр Данилович писал, что он на этот счет думает. Все детали надо было придумывать, восстанавливать, многое заново и так далее. Вот. Эта книга вот была написана Виктором Абрамовичем, она далеко известна. Более того, Виктор Абрамович саму теорию, основы теории, очень сильно усовершенствовал. Пожалуй, я скажу несколько математических слов. Я все говорю вокруг математики. Но сейчас я попробую сказать несколько математических слов. Что такое многообразие ограниченной кривизны? Это метрические пространства, которые с одной стороны являются двумерными многообразиями, с другой стороны у них они имеют, как говорят, внутреннюю метрику, или, как теперь говорят, length space. То есть расстояние – это, ну, грубо говоря, длина кратчайшей кривой, соединяющей точки. И в таком пространстве можно определить нечто вроде угла. И что такое тогда этот класс? Это надо брать треугольники, попарно не налагающие треугольники,
И для них брать сумму углов. Это избыток. Суммировать по всем налегающим треугольникам. Что такое, в каком смысле берется угол, я не буду обсуждать. И считать, что в маленьких областях, скажем, с компактным замыканием, эта сумма равномерно ограничена. Это было по Александрову. На самом деле это проверять безумно трудно. Например, вот такие треугольники. Это допустимый треугольник. Перекрываются они или не перекрываются? А может быть, еще похуже. Потом, абсолютно величины избытков тоже трудно считать. Виктор Абрамович заметил, доказал, конечно, что на самом деле аксиоматику можно принципиально упростить. Во-первых, во-первых, брать только сумму положительных избытков. Только положительных избытков. Там, где сумма больше пи, эти игнорировать. Во-вторых, не надо рассматривать, там в этом пространстве может быть безумно много вот таких странных треугольников. С хвостами. Ну, пожалуйста, можно и такой взять. Тоже треугольник. Не надо их рассматривать. Достаточно только брать положительные избытки и треугольники брать только настоящие. Так, чтобы они ограничивали, были стороны треугольника, были границы Жордановой области. Это, конечно, безумно упростила теорию. И вот это вот, так сказать, принципиальный шаг был в ее построении, принадлежащий Виктору Абрамовичу. После чего была написана книга. Вот. И это, конечно, должен сказать, что даже близкой на эту теорию в многомерном случае так и не создано. Грубо говоря, здесь интегральная норма. В многомерном случае есть пространство, где норма поточечная, что, конечно, гораздо более жесткое ограничение, более слабый класс пространства. А это так и не достигнуто. Ну вот я тут на эту тему кое-что написал, но, в общем-то, то примерно, что я написал. То, что я рассказал. Другой цикл работ Виктора Абрамовича имел интересное продолжение. Речь шла вот о чем. Вот если мы имеем какое-то метрическое пространство, то мы можем рассматривать изометрические отображения, например, эвклидового пространства. Известно, что по Нэшу, что каждое Риманово многообразие допускает изометрическое отображение в эвклидовое пространство, ну, достаточно высокой размерности. Это результат Джона Нэша. А как быть с полиэдрами? Вообще Виктор Абрамович очень любил многогранники, и у него много исследований по многогранникам в самых различных направлениях. Я об этом хотя бы вскользь упомянул. Ну вот, что касается полиэдров, то у него есть два результата. Первое, если я имею полиэдр, абстрактно заданный полиэдр, то есть я беру треугольники и склеиваю между собой по изометрии. Можно ли эту фигуру абстрактно поместить в эвклидово пространство, так, чтобы при отображении все длины кривых сохранялись. Чтобы длины кривых сохранялись, и чтобы это было отображение кусочно-линейное. Кусочно-линейное с сохранением длин. Оказывается, это можно сделать в ту же размерность. То есть, если я имею n-мерный полиэдр такой, то его можно запихнуть, ну, изломав, конечно, в пространстве той же размерности. Строго говоря, Виктор Иванович доказал это для размерности не выше
четырех. Ну, я боюсь, что со временем плохо, я не буду описывать его очень красивую конструкцию. Но конструкция оказалась живучей. Прошло много лет, и этим заинтересовалась целый ряд математиков. Вот где-то тут у меня есть перечень. Они посмотрели внимательно на конструкцию Виктора Абрамовича и обнаружили, что она работает во всех размерностях. Другой результат – произометричное погружение. Ну, тут я к нему немножко причастен. Это совместная со мной работа. Мы хотим уже не просто погружать многогранник в Евклидово пространство, а хотим вкладывать, то есть, чтобы отображение было топологическим вложением и одновременно кусочно-линейным и изометрическим. Ну вот, тогда это можно сделать, как выяснилось, для двумерного полиэдра, многообразие двумерного в размерности 3, если нет топологических препятствий, или погружение, если топологическое изображение есть. Ну вот, тут точная формулировка. Недавно я читал глупую статью. Как какие-то два математиков сели анализировать эту работу. А как бутылку клейна вложить в R3? Погрузить. Написано же вложить, нет? Сейчас. А, иммерсия. Окей, окей. Иммерсия. В 4 можно вложить, пожалуйста. Окей. Иммерсия. Если с краем, тогда если вырезать дырочку бутылку, тогда, пожалуйста, можно вложить. Тут точно сформулировано, я не стал словесно говорить, точно, но тут формулировка точная. Вот. Так вот они стали анализировать это доказательство и написали, что это доказательство для размерности больше 2 не работает. Просто потому, что они исследовали, можно ли n погрузить в n плюс 1, что, конечно, неверная постановка, но это так. Отступили. То есть я хотел сказать, что работа до сих пор вызывает некоторый интерес. Сколько у меня времени? Так, сколько быстро? Ну, еще есть время. Сколько? Ну, 20 минут точно есть еще. 20 минут. Вы мне скажете, когда минут 5 останется, я что-нибудь выкину. Следующее, о чем я стал говорить, тоже работа Виктора Абрамовича, которая началась давно. Это так называемые правильногранные многогранники. Это многогранники, у которых выпуклые многогранники, у которых все грани выпуклые многоугольники, правильные выпуклые многоугольники, но может быть разные. Ну, например, я могу взять такой, нарисовать. Все, что надо, я не могу. Я сначала плохой рисунок сделаю. Взял кубик и на него поставил пирамидку, так что это правильные треугольники. Ну вот это правильно гранит. All the possible examples can be seen on the poster. Yes, yes. Yes, but not exactly. Дело в том, что до Виктора Абрамовича такой вот Джонсон стал искать, какие есть такие многогранники. И он нашел некий список. Ну, понимаете, это не математика, найти список. Ему казалось, что вот это и есть правильногранные многогранники. Было два вопроса. Во-первых, не пропустил ли он что-нибудь. А во-вторых, все ли его картинки реально являются многогранником. Вы понимаете, можно нарисовать нечто, что будет очень похоже на правильногранный многогранник. Но в силу теоремы жесткости, если вы реально начнете клеить, не сойдется, нет такого многогранника.
У него, у Джонсона, была удивительная интуиция. По-моему, его список казался весь верный. Ну, две серии было бесконечных. Ну да, это конечно, да. И 92. И он не ошибся в смысле гипотезы. У него список был верный, так что интуиция была поразительная. Но это не была математика, это была догадка. Виктор Абрамович сел и доказал, что действительно все многогранники Джонсона существуют, и что других правильногранных многогранников нет. Надо сказать, что тут надо различить два момента. Вот, скажем, вот тот многогранник, что я нарисовал, его можно вот такой плоскостью рассечь на два правильногранных многогранника. Он составной. Имеет смысл рассматривать в первую очередь только те, которые не являются составными. Их меньше, кажется, 28. 23. 23, ну вот я же счастливый. Есть, конечно, две бесконечные серии, там можно взять. Призмы и антипризмы, но тут ясно, с ними все ясно. Вот. Что в этой истории поразительно, для меня лично поразительно, то, как Виктор Абрамович это доказывал. Я в детали вдаваться не буду, но я хочу сказать следующее, что доказательства использовали компьютеры. Это 60-е годы. Какие были компьютеры, все представляют. И более того, то есть это было, я подчеркиваю, что это не было не вычисление, которое проверяет пример какой-то или гипотезу. Это было действительно этап, серьезные этапы доказательства компьютерные. И вот я специально, сейчас мне придется, не влезла, да? Вот, я посмотрел в Википедию, куда еще надо в наше время смотреть. И там написано, что теорема о четырех красках, все знают, была доказана компьютерным способом в 76-м году. И что... Они были первыми. Сейчас. Нет, на предыдущей странице. На предыдущей было написано, да. Внизу в последней строчке. Последняя фраза. It was the first. Да. Что это, дескать, первое компьютерное доказательство на свете. Так вот, Виктор Абрамович сделал доказательство с компьютером на 10 лет раньше. Вот. Конечно, компьютерная база на 10 лет раньше была, ну, несравненная. Вот. И компьютеры в России тогда добыть еще, то есть компьютерное время, это еще какой организаторский талант. Это он организовал школьников из 239-й школы, они где-то добывали компьютерное время, еще был такой нынче умерший ученик Виктора Ивановича Иванов. То есть это на самом деле... А что, в институте Стеклова не было компьютеров? Сейчас нет. В общем, нет, конечно. Что? А может и не было. Но если и было, то во всяком случае столько компьютерного времени, сколько было надо, там и доли... Нет, в тем времени не было компьютеров. Может, даже и не было. Не было? Это же 66-го. Конечно, не было. Конечно, не было. Ну вот, а Виктор Абрамович пробил компьютерное доказательство, если можно. Надо сказать, что он при этом инициировал еще другие исследования. В частности, многогранники, у которых правильные углы, все углы правильные. Ну и еще было, я уж не достаточно. Недавно вот вышло в трудах Санкт-Петербургского математического общества обширная статья. Там есть и новые результаты, и да, есть реферат на эту статью в Матревьюз, где она ругает, ее ругают. Дескать, почему-то авторы пишут, что это обзор, а там не просто обзор, но и новые результаты. Нечего называть обзором. Вот. Вот такая картина. Теперь я хочу...
хочу еще одну работу Виктора Абрамовича упомянуть. Вот я помню, как Виктор Абрамович загорелся, что он увидел работу Эвальда Рармана и Роджерса. Это касается выпуклых множеств. Вообще Виктор Абрамович любил выпуклое все. Выпуклые множества в том числе. Вот. Речь шла вот о чем. Речь шла о том, что вот имеется выпуклое множество, и его пересечение с опорной плоскостью называется гранью. Ну вот у шаров все грани одноточечные. А бывает, что грани большие. Например, вот эта грань двумерная, вот повернуть плоскость, будет одномерная грань. То есть разные грани. Возникает вопрос, сколько может быть граней, ну сколько, какова мера Хаусдорфа, множество граней, не множество граней, множество направлений, в котором, значит, берутся грани, разной размерности. Ну вот, значит, я беру всевозможные направления, камерное направление, они образуют Грассманово многообразие НК, размерности, значит, К на N минус К, и смотрю там грани размерности R. Вот Виктор Абрамович усилил этот результат Роджерса вот до такого уровня, что если я беру грани размерности R, то вот такая мера Хаусдорфа в красном будет для этих граней конечна. Я вот не уверен в этом, но, по-моему, Виктор Абрамович этим заинтересовался с такой точки зрения, что есть некая, я не буду сейчас ее формулировать, задача из теории чебышевских множеств, это посвящено из теории приближения. Они когда-то рассказал Стечкин. И вот то, что сделал Виктор Абрамович, дало, в частности, решение этого вопроса теории приближения. Ну, наверное, я... ВН, не ГН. Судаков, а ВН Судаков. Есть еще Венни Судаков, американский математик. Это я понял, это гибрид русского и английского. Владимир, это понятно. Я при переводе с русского забыл перебить букву. Есть еще Венни Судаков. Нет, это Владимир Николаевич Судаков, сотрудник Института стекла в Санкт-Петербурге. Вот. Я не буду в деталях этой работы вникать. Обо всем рассказать все равно нету времени. Вот несколько слов о Римановой геометрии. Насколько это просто. Потому что Виктор Абрамович, в общем-то, сам по себе не очень интересовался Римановой геометрией. Никогда бы особенно не увлекались Римановой геометрией. Вот. Тем не менее, вот... Было им сделано несколько работ по Римановой геометрии, это со мной было сделано, я участвовал в этом. Вот, ну, я думаю, что даже русскоязычные могут несколько слов прочесть по-английски, чтобы не тратить время. Что вот были некоторые вещи. Все-таки это увлечение кончилось тем, что мы еще написали учебник. И, по-моему, на русском языке другого учебника Римановой геометрии, вот современного в целом, так и не появилось. То есть с тех пор вышло несколько хороших учебников на английском языке, позже. Но на русский их не перевели за отсутствием денег. Других учебников вроде бы нет. А этот на английский перевели?
Нет, не перегрели. Ну, я говорю, что дело в том, что этот учебник, история такая, мы его написали как раз, когда началась перестройка. Издать было невозможно, он лет 5 реально провалялся, а потом некий, не помню фамилию, французский меценат выделил 500 рублей на издание этого учебника. Нет, $500. $500, по тем временам огромные деньги. На издание этого учебника. И тогда его издали на русском языке. А за те 5 лет, что прошло, появились близкие по духу учебники на английском языке. Отсюда следует, что достать его невозможно, да? Почему невозможно? Возможно. А как? Я говорю современные. Это по дифференциальной диалектике. Это совсем другое. Я имею в виду, конечно, учебник, который не... Нет. Есть, конечно, учебники, которые, с моей точки зрения, читать невозможно. Есть учебник Эйзенхарта, например. Но я много могу перечислить таких. То есть это книги, где будут... Вся книга будет заполнена трехэтажными формулами. Не трехбуквенными, а трехэтажными формулами. С символами суммирования и ничего больше. Есть книжка Тайманова. Книжка Тайманова не по Риммановой геометрии, а по дифференциальной геометрии. Это учебник дифференциальной геометрии. Вышедшая, по-моему, 2 или 3 года назад. 6 или 7. Она совершенно не о том и совершенно не такого рода. Нет, но есть много книг. Да, если я слышал, есть много книг, где излагаются основы Риммановой геометрии. То есть там появляются символы Кристофеля, появляется метрика, понятие метрики, и вводится тензор кривизны. Вот их достижения, они дошли до тензора кривизны. Но геометрия появляется после этого, и даже, может быть, независимо от этого. А вот... Нет, есть книжка, и тогда была книжка на русском языке, это Клингенберга, ну, там 3 автора, но это лекции Клингенберга, которые его 2 таланта учебника, Громол и Мэр, но эта книжка очень далека от учебника, она трудная. Мы писали учебник, а не просто книгу. Она была переведена. Я там даже числюсь переводчиком, хотя это вранье. Переводил Авраам Ильич Фет. Но он был настолько тогда, как бы сказать, нехороший человек, что ему на него договор отказались заключить. Я взялся, значит, подставлять свою шею под этот договор. Вот. Так что это другой вопрос. А вот действительно учебник, который, по-моему, легкий, сравнительно легкий, я себя немножко хвалю, я участвовал. Но, извините, все-таки язык, стиль, учебник – это все Виктор Абрамович. И он меня шпынял, что тут непонятно, а тут надо объяснить. И поэтому он стал хорошим и доступным, с моей точки зрения. Это студенты не жалуются. Это Виктор Абрамович. И там действительно вот мой все после. Хорошо, ладно. Давайте я это, может быть, сколько у меня времени пропущу, а? Минут пять. Давайте это буквально 2 слова скажу. В общем, Виктор Абрамович много занимался разными экстремальными задачами. Это могло быть изоперимметрическое неравенство, которое когда-то мы с ним доказали. Это часто задачи, которые формулируются совершенно элементарно. Вот, оказывается, они более трудны. В частности, довольно все сложно. Я просто хочу тогда. Вот, да. Вообще, Виктор Абрамович очень любил задачи, формулирующиеся просто, а потом довольно трудно решающиеся. Ну вот я тут, наверное, все-таки пропущу, потому что если я буду рассказывать, это все-таки будет слишком длинно.
Вообще надо сказать, что Викторович любил такие задачи экстремальные. Ну вот, мне кажется, что Виктор Абрамович всегда подходил к задаче не с точки зрения, является она модной или нет. Он смотрел, интересна она ему или нет. Так, Виктор Абрамович? Не гнались за модой? Ладно. Рассказывай то, что хочешь. Ну вот, чем увлекающийся, понимаете? Он когда увлечется, ему это хочется сделать. Он делает. Делает хорошо. Лось. Лось вас. Но ведь лось придумал идею, что надо сначала рассмотреть топологические положения, локально неулучшаемые, а потом исследовать их порознь. Вдруг он приехал в институт, и нет, он это представил как докторскую диссертацию. И там было набрано. Из 15 положений он одно утерял, а из доказательств в самом трудном месте оно было неверно. Он нечаянно использовал ошибку в знаке. И я просто взял и по этой идее сделал правильно. Да, но это ну и так как он этим занимался, мы опубликовали вместе. Но докторскую ему не дали. Слава Богу. Ну, во всяком случае, задача, которая формулируется совершенно по-детски, ее доказательство потребовало 22 страницы очень тонких вещей, не считая еще отдельной статьи, где доказывается тонкое неравенство, которое потом там используется. А всего-то речь идет о том, в треугольнике мы хотим запихнуть три непересекающихся круга, я нарочно все это попало, так, чтобы сумма площадей была максимальна. То есть Виктор занимался самыми разными задачами. 10-15 разных топологических конфигураций. Ну вот что считать разными топологическими конфигурациями? Ну вот, например, вот это тоже что было? Одна топологическая конфигурация. Вот это, наверное, все-таки другая топологическая конфигурация. Вот это третья топологическая конфигурация. Ну, я не буду все перечислять. Понятно. Разнообразие тут большое. Вот. Я не буду остаться, у меня уже осталось мало времени. Вот. Тут я вот кое-что тут разное. Виктор Иванович страшно много сил убил последние годы, именно последние годы, на задачу, которая и оказалась, в общем, до сих пор безнадежная. Вот рассмотрим всевозможные выпуклые поверхности. Я ее все-таки сформулирую, Виктор Иванович, иначе непонятно будет. Вот рассмотрим выпуклые поверхности и расстояние будем мерить по самой поверхности. Тогда появляется понятие внутренний диаметр. Максимальное расстояние между точками поверхности по самой поверхности. Мы фиксируем внутренний диаметр равный единице и ищем максимальную площадь. Александр Александров выдвинул гипотезу, что экстремум достигается для дважды покрытого круга. Ну, вот из бумаги мы взяли два кружочка и склеили по границе. Можем гулять по одной поверхности и по другой. Без края, да? Нет, без края. Мы у двух кружочков склеили между собой края. Это выражено, что экстремум достигается в вырожденном случае. Вы можете вот тут иголку шприца вставить и чуть надуть. Вот. Эта задача кажется до сих пор безнадежной, но Виктор Иванович стал рассматривать ее разные частные случаи. И там были результаты несколько неожиданные. Например, если дважды покрытый круг экстремум, тогда а какой будет при данном внутреннем диаметре экстремальный симплекс по площади?
Ну вот мне бы пришло сначала в голову, что раз тут вырождены, то и симплекс надо приплюснуть. И превратить его в четырехугольник. Это не так. На самом деле такой четырехугольник будет хуже, чем правильный симплекс. И доказательство, что правильный симплекс в классе многогранников, в классе симплексов, что правильный симплекс при данном внутреннем диаметре максимальной площади, совсем непростое. Там еще есть целый ряд частых результатов. Я не буду их обсуждать, время, кажется, поджимает. Что? Тогда я прыгну к самому концу. Я пропущу геодезические на поверхности куба, по-моему, очень интересное исследование. Когда речь о том многомерном кубе, это очень, по-моему, интересно и красиво. И картинки там замечательные. Но вот я коснусь только одного вопроса. Это, может быть, касается сразу двух вещей. И того, как Виктор начинает понимать и консультировать, и доказывать. Вот у него, у Виктора Абрамовича, как сказать, получился замечательный дуэт с математиком Андреем Савриным. Александр. Да. Потому что я в мат-кружках с младшим Савриным. Самых двое младше. Он через О пишется. Да. Да? Вот. Он решал такую задачу. Эта задача еще восходит к Поле и Серге. Давайте я достану тогда. Что вот, если мы рассматриваем многоугольники, то у какого многоугольника данный, какой там данный, я уже забыл, с данной площадью, какой многоугольник имеет максимальную емкость? Максимальную или минимальную? Написано минимальную. Наверное, минимальную. Я меня так ошибся, а тут заговаривать. Я легко заговариваюсь. Минимальная емкость. В Славине это очень долго не получалось. Он пошел к Виктору Абрамовичу советоваться, что же делать. Виктор Абрамович сел, не знаю, быстро или нет, но придумал замечательную триангуляцию для многоугольника. Надо сказать, что у Виктора Абрамовича уже был опыт искать замечательные триангуляции. Все дело в том, что я говорил о изометричном вложении многогранников эвклидового пространства. И там база для этой конструкции как раз была часть, которую придумал целиком Виктор Абрамович. Это, что любой многогранник двумерный, можно растриангулировать на остроугольные треугольники. Лет через 30 после этого я видел две работы, где это в частном случае передоказывалось. Вот можно сделать, чтобы все треугольники были острые. И конструкция такая, что одновременно можно сделать, чтобы углы треугольников были отделены от нуля и от пи, только в зависимости от специфики многогранника. Ну, понятно, что если в многогранике имеется очень острый угол, то сильно углы триангуляции от нуля не отделишь. Ну, ничего другого придумал. Так что уже был опыт войны с триангуляцией. И тут он сделал замечательную триангуляцию. Насколько хорошая работа получилась, вы можете судить по тому, что она сразу была принята на публикацию в Annals of Mathematics. Это, конечно, высокий. Это нельзя назвать триангуляцией. Они вылезали. Я так назвал. Покрытие, да, конечно. Вот. И вот даже в отзыве на эту работу специально подчеркнуто, что конструкция этого покрытия секторами, а не сектора, строго говоря, что она очень тонкая и сложная. Ну вот, слушай, поскольку это совсем было недавно, и есть еще одна работа Виктора Солынина, которая вышла, я ее не сумел увидеть,
она была недоступна. В этом году, то вот Виктор Романович остается неугомонным. Я, наверное, на этом кончу. Потому что исчерпался, а ты все время вышло. Questions, remarks? А можно? Я замечу. Вот по поводу работы, о которой вы говорили, 51-го года, и которой про кривые ограниченной кривизны вот, на поверхностях. Вот. Так вот, 5 лет назад мы с Федей Петровым занимались одной задачей, сначала на плоскости, а потом захотели ее перенести на сферу. Вот. Значит, почесавши в затылке, я написал Виктору Абрамовичу, он мне указал вот ровно на те работы, мы туда залезли, и все, что нам нужно было, нашли. Вот. Я хочу сказать, что я рассказал отнюдь не о всех геометрических работах Виктора Абрамовича. Я просто времени не имел о всех сказать. О всех, что говорил лакунарно. И есть еще куча не совсем геометрических работ, которые я вообще не упоминал. Make a short break, about maybe 5 or 10 minutes, and then 60 years ago. A second talk. Now it's a break. Huh?